за то, что мы здесь, все одной семьей, славим Господа. И я хочу представить вашему вниманию, пригласить на эту сцену наших дорогих гостей. Давайте мы присядем. Давайте будем присядем. Это пастор Вилли Дэнни со своей драгоценной женой. Они приехали поздравить нас и разделить вместе с нами это торжество. Добро пожаловать к нам. Welcome to Ukraine. Welcome to Kiev. Доброе утро. Good morning, everybody. Happy 17th anniversary, church. Поздравляем 17-й годовщиной, церковь. We bring greetings all the way from Canada. Мы привезли вам поздравления от всех ваших друзей из Канады. And we are so happy to be with you today. И сегодня для нас такая огромная честь и счастье быть среди вас здесь. I first met Pastor in 2005. Впервые я познакомился с пастором Сандеем в 2005 году. And my first trip to the Ukraine was at the Winterfest in 2007. И уже через два года на зимний пост я приехал сюда в Украину, чтобы самому увидеть все. From that moment on, I realized that this is the direction that God was leading me. И с того момента я осознал и понял о том, что, слушай, это то, куда Бог ведет меня. And now our church has started doing some teachings from the Embassy of God. И наша церковь в Канаде сейчас, мы применяем те учения, которым пастор учит здесь, там, в Канаде. I remember watching the 14-year anniversary and watching all the foreigners asking Pastor Sunday, how does he do what he's doing here? И я помню, когда мы смотрели видео со служения 14-й годовщины, где иностранцы, они выходили вперед, и они спрашивали, пастор Сандей, ну поделитесь секретами, расскажите, ну как вы это делаете, как вы взращиваете людей? He started to explain the unified system that he has put in place. И пастор Сандей начал рассказывать, он рассказывал о том, как построена уровневая система обучения в церкви здесь. And so I said to myself, if this is what's working, then I must get this teaching in English. И я тогда сказал, раз это работает в Украине, и раз это вообще работает, тогда мне нужно взять все эти учения и перевести их на английский. So now we in Canada have all these teachings in English. И это не стоило, это не было легко, поверьте, но мы там в Канаде взяли все эти учения на русском и перевели их на английский. Поэтому у нас в Канаде все это теперь уже есть на английском, все, что здесь есть. We are beginning to see growth, and we are beginning to see people's eyes opening to what you are doing here in the Ukraine. И теперь вследствие этого, в результате этого, мы видим рост, мы видим результаты, и мы видим о том, как люди развиваются и растут там в Канаде точно так же, как это происходит здесь в Украине. Thank you. Слава Ісусу Христу. З днем народження, церква. Знаєте, я хочу засвідчити за те, що в 1998 році я прийшов в цю церкву, вона називалася «Слово віри», і з проблемою наркотичної залежності, яка розбила мене як особистість, яка просто поховала всі мої мрії. І коли я звернувся до Бога, покаявся, Бог дав мені майбутнє, Бог дав мені життя. І я хочу подякувати тим людям, які допомогли мені, це перше пастору Сандею. Дякую за те, що у вас є таке навчання, за те, що можна дійсно правильно жити на Слові Божому. Дякую пастору Наталі, всім тим пасторам, які сіяли в моє життя, пастор Міла Анатолівна, пастор Саша Маломедов, пастор Рома Трохін, пастор Антон Литвін і ще дуже багато людей. А я хочу сказати, що дійсно, коли прийшовши в цю церкву, я не мав майбутнього. Я навіть не думав, що в мене колись буде сім'я. Я навіть не думав, що я колись буду працювати. Але Бог просто по своїй милості просто, ну, врятував мені життя, подарував мені майбутнє, дав мені можливість закінчити університет, дав мені чудову дружину, слухайте,
Я як людина, яка була залежна, ну, майже, ну, з особистістю нічого не мала спільного. Я навіть не думав, що в мене була така дружина. Вона себе берегла для мене єдиного, і це просто чудо Боже. В цьому світі це... Алілуя! Ви знаєте, зараз я можу служити таким же, як і я, людям, в яких розбиті серця, в яких розбиті долі. І я являюсь пастором церкви, дійсно. Я ще являюся президентом громадської організації «Територія життя». Я ввійшов в громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації. І... Вау! І ми Алілуя! І ми зараз працюємо в комісії з питань протидії корупції. Тому дайте славу Богу і завжди довіртеся Богу. Бог може зробити для вас те, чого навіть ви, може, і не думали. Я дякую вам. Слава Ісусу Христу! Аллилуйя! Давайте воздадим славу Богу. Коля, никогда не думал, что ты так классно разговариваешь на украинском языке. И сейчас еще одно свидетельство, пастор Ирина Филяева, город Калининград. Давайте поприветствуем. Здравствуйте, дорогая церковь. Поздравляю вас с этим праздником, 17-летием нашей церкви. И хочу здесь воздать славу Богу и засвидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Я точно так же, как наша церковь 17 лет назад, пришла к Богу, пришла разбитая, разрушенная, вся больная, пережившая трагедию в своей жизни. У меня погиб муж в автокатастрофе 17 лет назад. И причем это было уже второй раз мое вдовство. Я потеряла первого мужа в 22 года. И пережив еще раз такую трагедию, я пришла уже разбитая, разрушенная, потерявшая интерес к этой жизни. У меня были такие болезни, как панкреатит, холецистит и постоянная предъязвенная болезнь желудка. У меня была депрессия, мне не хотелось жить. И плюс ко всему этому я еще пошла лечиться к экстрасенсам. И они полностью меня долечили, что я вошла в такую зависимость оккультную. И было такое состояние, что я просыпалась по утрам, и мне только хотелось покончить с собой, не хотелось жить. Одно только останавливало, что у меня еще были есть двое детей. Поэтому вот в таком разбитом состоянии я пришла к Богу. И то, что сделал Бог, Он, конечно же, сразу Он вернул мне радость жизни. Он принес мир в мое сердце. И через этот мир начало приходить, постепенно мое исцеление. Бог убрал все мои болезни. Закончились все диеты номер 5. У меня теперь нормальное, хорошее здоровье. Да, я еще забыла женские болезни. Тоже было куча болезней, которые Бог полностью исцелил. Я говорю это для тех, кто-то, может быть, находится в таком же состоянии. Поэтому Бог своей славой принес полное исцеление в мою жизнь. И следующее, что Бог сделал, Он дал мне желание и жажду жить, развиваться, учиться. Я закончила Московский теологический институт. Это богословское образование. Потом я пошла учиться в Московский международный университет и закончила еще 2 высших образования в этом университете. Сейчас я являюсь пастором в городе Калининграде, миссионером. Сама я родом из Подмосковья, и уже будучи в Москве, Бог послал меня миссионером в Калининград. И сейчас я являюсь президентом общественной организации «Центр восстановления личности». Являюсь соучредителем фонда «Ценной жизни», через который у нас развиваются реп-центры. Являюсь председателем общественного движения в поддержку политики президента Российской Федерации Калининградского региона. В нашей церкви действует 9 общественных организаций, мы несем влияние уже в 9 представительствах по всему нашему региону. И мне очень нравится эта деятельность, жить этим, помогать людям, быть пастором. Я счастлива, я воздаю всю славу Богу, и я благодарю Бога, и я благодарю нашего пастора Сандея, который учит нас, который учит и научил меня ставить цели, достигать их, быть сфокусированной в жизни, учит меня быть посвященной Богу и также любить нашего Бога, как любит его Он. Поэтому я всю славу воздаю моему Богу и благодарность моему пастору. Это женщина года. Пастор наш стала женщина года в России, Калининградской области.
И мы гордимся вами. Она прошла такую школу. Вся Россия заговорила о ней. Все ведущие телевизионные передачи России. Они крутили о том, что это секта, это ученик пастора Сандея. You know, что только они говорили. И на нее гнали, но она выдержала. И она пастор самой большой церкви во всей ее области. Дайте Богу славу за нее. Слава Богу! Давайте воздадим славу Богу. Он достоин. Yesterday, вчера, we had the privilege of listening to Pastor Kumuyi speak. У нас была привилегия слышать проповедь пастора Кумуи. And you know, I've said it that I will not allow you people to come. I will not even present him to us to minister to us today because he prayed for problems and healing. Until you come out to testify. И помните, я вчера сказала, что я не приглашу пастора Кумуи снова на сцену до того, как мы с вами сможем засвидетельствовать о чудесах и исцелениях, которые мы вчера получили. Тише в зале, группа порядка, помогите, чтобы люди сели, тише. So I've called out people who got their testimony, who got their miracles yesterday to testify today. Вчера несколько свидетельств мы уже слышали. Вчера я попросил, чтобы люди, которые получили исцеление, чтобы они пришли сегодня и засвидетельствовали. Because Pastor Kumuyi is about to speak again. Потому что пастор Кумуи сегодня утром будет снова проповедовать. But can I just go, you know, give you a general, because I was meditating this morning about what I personally got for myself from the meetings of yesterday, and I just want to share what. My conclusion of yesterday as a day was. Знаете, сегодня утром я размышлял над вчерашним днем и делал определенные выводы. И хотел бы поделиться с вами своими выводами о проповедях вчерашнего дня. We heard Pastor Apostle Toff start the conference. Мы слышали вчера конференцию начал апостол Тофф. And the basic message that Apostle Toff was telling us is that, you know what? Don't really care what people do with you. Yes, if we want to take the kingdom of God to the world, that we cannot avoid it. There is no way we could escape it. We are going to be persecuted. And we should just take that as the norm. И основное послание, которое донес до нас вчера апостол Тофф, это то, что, знаешь что, не заботься о том, что о тебе говорят люди, как они о тебе думают и как они к тебе относятся, потому что это нормально. Если мы пытаемся изменить общество, если мы действительно несем Христа и беспокоим дьявола, то дьявол будет нас беспокоить, и это нормально. Мы не должны беспокоиться о своем имидже. We shouldn't be shocked or surprised that they hate us, that they fight us, that they sue us, that they, you know, slander us. We should not even care about that. But what we should be concerned about is that it's our name written in the book of life. As long as our name is written in the book of life, we don't have anything to lose. So, my friends, let us take that challenge and be more aggressive than ever before to impose the kingdom of God and to, you know, to permeate our society with the values of the kingdom and take as many people to heaven as much as possible. If they kill us, so what? If they inflict pain on us, so what? If they persecute us, so what? We are secured. We are secured. Our names are written in the book of life. So what? Let's go and never be intimidated again. By the challenges, by the trials, by the attacks. So what? We are secured anyway. We are secured forever, for time and for eternity. So, Embassy of God Church, nothing can stop us again after that message. И поэтому мы не должны смущаться от того, что дьявол через различных людей, он атакует нас. Нас не должно удивлять то, что люди осуждают нас, то, что люди обсуждают, говорят разную ложь на нас. Нас не должно смущать то, что они пишут различную неправду про нас. Нас не должно смущать то, что они преследуют нас, что они подают на нас в суд. Это нормально для христиан. И мы не должны переживать о своем имидже, как они обо мне подумают, что обо мне говорят. Единственное, о чем мы должны заботиться, это записано ли мое имя в книге жизни. И если мое имя в книге жизни, то ничего они не смогут мне сделать. В самом худшем случае меня могут убить, но это будет для меня приобретением. Поэтому я не боюсь за свой имидж, я не боюсь за свою репутацию. Я делаю то, что Господь... Мы не должны бояться за свой имидж, мы не должны бояться за свою репутацию. Мы должны просто делать то, что Иисус призвал нас сделать. И если люди, они осуждают
обижают нас, ну и что? Если нас грозят убить, ну и что? Мое имя записано в книге жизни. Наши имена записаны в книге жизни. И поэтому Церковь Посольства Божье, давайте будем как никогда смело стоять за Христа, идти и нести Его ценности в наше общество. And the second message was from Pastor Kumuyi. И вторая проповедь была пастора Кумуи. Again, it's one task and one topic that is given to all of them is how do we penetrate our society with the kingdom values and with the kingdom of God. И вообще тема нашей конференции, которую мы дали всем спикерам, это как нам принести ценности Царства Божьего в общество. And he said, faith is the key. И пастор Кумуи сказал, что вера — это ключ. He said, because faith got us into this kingdom to start with. That is what even brought us into this kingdom in the first place. Он сказал, что вера — это то, что вообще помогло нам войти в Царство Божье. Это основной ключ. He said we should keep on valuing faith. И пастор Кумуи сказал, что нам нужно продолжать ценить веру. And that only through faith we could achieve anything. And everything we want to do in this kingdom or for this kingdom must be done believing God. The God of the kingdom, the faith of the kingdom is that we believe God as He says to believe Him. И все, чего мы хотим достичь в этом царстве, в этом мире, мы можем достичь только через веру, потому что вера является единственным ключом. Если мы хотим что-то сделать, мы должны доверять Богу и верить Богу прежде всего, и это станет ключом для нас. He gave 5 points. Он дал нам 5 пунктов. And all these 5 points is coming to the idea that we are brought to the kingdom by faith. И все эти 5 пунктов, они сводятся к одной идее, что мы пришли в Царство Божие через веру. We are sustained or retained in the kingdom by practicing, continuously practicing that same faith, faith of God. Мы остаемся, мы пребываем в Царстве Божьем через то, что мы практикуем ту же самую веру. And that's not enough, but we enter heaven, we finish our journey also by faith, by being faithful to that same faith. И также мы можем, после того, как мы закончим наше земное поприще, мы можем пойти на небо тоже по вере, если мы будем верно держаться за нашего Бога до конца. And to make an impression of the kingdom on the earth, or to demonstrate the kingdom in the earth, that same faith that has brought us to the kingdom, that same faith by which we live daily, that same faith that makes us to even survive, is the same faith that we will need to release the workings of God, the miracles of God to the society. И та же самая вера нам нужна также для того, чтобы изменить наше общество, чтобы принести ценности Царства Божьего в обществе. Та же самая вера нам необходима для этого. Then in the evening, и вечером, Pastor Alfred, Apostle Alfred Williams addressed the same topic from another perspective. И вечером апостол Уильямс, он говорил на ту же тему, но уже с другой стороны, с другой точки зрения. How do we bring the influence of the kingdom of God to the society? He said you will not be able to do that as long as you are still afraid of the enemy or you are afraid of Satan. Как же мы можем принести Царство Божье в общество? И апостол Уильям сказал, что мы не сможем этого никогда сделать, если мы будем бояться дьявола. The thing that stops most Christians everywhere, even though we have authority over the enemy, but because of fear, we are afraid of advancing on the enemy. Вы знаете, это то, что сдерживает большинство христиан. Несмотря на то, что у нас есть власть над дьяволом, у нас есть имя Иисуса, но из-за того, что мы боимся, мы ставим сами себя в позицию ниже. And, you know, I'm especially interested in his story because and he's been so modest, he's not telling all the details here. Maybe today we'll be able to hear more stories. But can you imagine, his father and mother was so demonic that the father was traveling from Nigeria to Germany to hold meetings without national passport, without international passport. He was doing it in the spirit and meeting with Hitler and sitting together. И особенно меня заинтересовала эта история. К сожалению, апостол Уильямс не рассказал ее полностью. Он, возможно, поскромничал. Может быть, сегодня он больше расскажет. Но его родители, они были сатанистами. Они поклонялись дьяволу. И они настолько были сильны в этом, что они перемещались в пространстве, в духе, из Нигерии в Германию и в Европу для того, чтобы проводить там определенные встречи. С Гитлером встречи. Просто в духе. То есть они настолько сильно поклонялись
доверялись дьяволу. His father spoke to the tree that caused him to stumble and fall, that the tree should dry up. The tree did not just dry up. The next day, the tree dried up, uprooted from the root, and it was cast out of the place. И его отец, он настолько сильно служил дьяволу, что он имел силу от дьявола. Он, когда он проклял дерево и сказал дереву засохнуть, то на следующий день это дерево не только засохло, оно было вырвано с корнем. And but he was telling us that even though those things were done by the powers of the enemy, но он говорил, но несмотря на то, что эти все дела, они были сделаны через силу дьявола, демоническую силу. His mother will be lifted up, sit on the ear without any supportive element, and begin to prophesy just on the ear, sitting down. Кроме этого, еще его мама, она могла просто подниматься в воздух и, скажем так, сидеть на воздухе, как будто на стуле, подняться в воздух и зависнуть там. And yet he was telling us that all those things are nothing. И вот все, о чем мы говорили, это на самом деле очень необычно, это нужна большая сила, но он сказал, что все это ничто. Compared to what we have. He said even the little, the smallest from his church, 6 months old or 1 month old in Christ, is stronger and has more authority in the spirit realm and has more power than even his father and mother that were so demonic and operating with this power. So can you imagine the kind of power that we have? И он говорил о том, что несмотря на то, что все эти дела, да, которые делались через силу дьявола, они кажутся такими, ну, большими, сложными, но это ничто в сравнении с тем, что можем мы с вами, христиане, даже если мы только покаявшиеся, только новообращенные, но у нас есть сила Иисуса, и она гораздо больше любой демонической силы, если мы только имеем веру. So, That is to say, the power that is in residue in us is much more stronger than the power that causes the man to cause the tree to dry up and to be uprooted. It's much more, we have something much more powerful than that. Can you imagine the amount of faith we are supposed to be operating in? And we are much more powerful than the one that travels from one continent to the other. Why? It means so we could really launch out in faith and do greater exploits for God. Because he said ordinary gospel through the mouth of an ordinary believer caused his parents, the force working in them, to be defeated and caused them to bow down their feet at the face of Jesus. He said even these people who are doing all those supernatural stuff, just the power of the name of Jesus. He said we have that same Jesus and we are supposed to be much more greater. We shouldn't be afraid or be intimidated by any force. We should just take the gospel boldly to the society and subdue the nations of the earth to become the nations and the kingdom of our God. Единственная причина, почему он рассказывал все эти истории, это чтобы показать нам, что несмотря на то, что его родители, они были настолько могущественны силой дьявола, но они сами преклонили свои колени перед всемогущим Богом. И то, что мы с вами можем делать силою Господа, оно и не идет ни в какое сравнение даже с этими чудесами, о которых мы только что слышали. Поэтому нам нужно смело идти и нести Бога, нести принципы Царства Божьего в общество, потому что тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Между прочим, Сергей и Наташа, после служения во время перерыва зайдет ко мне. So now, you see those three points. Вы заметили эти три пункта? Number one. Номер один. Satan is not a big deal. Дьявол вообще не проблема. It's not an issue. Он даже не проблема, о нем даже не стоит переживать. It's not an issue. О нем не стоит даже переживать. Greater power is in us. Сила Божья, которая в нас, она намного больше. So we could now go boldly. Поэтому нам теперь нужно идти смело. No fears. Не бояться. And just go and, you know, impose the kingdom of God anywhere we might find ourselves. Не бояться и смело идти и приносить Царство Божье в общество, куда бы мы ни пошли. That's in tandem with what Pastor Kumuyi said about faith. И это взаимосвязано с тем, что пастор Кумуи говорил о вере. He talks about active faith. Он говорил об активной вере. And active faith must act.
И активная вера, она должна действовать. So we must believe that that power of God is in us. И мы должны верить, что эта сила Божья в нас. We must believe that that God is working through us. Мы должны верить, что этот Бог, он работает и действует через меня. And we must believe that we are able to change nations and peoples for His glory. И мы должны верить в то, что у нас есть сила Божья изменить нации и привести их к Нему и для Его славы. Then you could summon all that up by what Apostle Toff started with. И мы можем суммировать, резюмировать все это тем, что говорил апостол Тов. In the meanwhile, as you go, you will be restricted. Когда мы будем идти и нести принципы Царства Божьего, конечно же, будут препятствия. You will be opposed. Конечно, будет противостояние. You will be fought against. Конечно, против вас будут воевать. You will suffer pain. Вас будут стараться остановить, вы будете преодолевать боль. God will allow some measure of pain and difficulty. И сам Бог, Он допустит определенную меру боли и сложностей. But you only win when you don't give up. Но мы победим только, если мы не сдадимся. And when you keep on going. И если мы продолжим идти. And even if we die, даже если мы умрем, we don't lose anyway. Мы ничего не теряем. We are secured. Потому что мы сохранены, our мы защищены, мы застрахованы. Our backs are covered. Потому что мы застрахованы, у нас есть надежный тыл. Because our names anyway. Потому что наши имена где? Записаны в книге жизни. So you are African, you are from my village. You don't talk story, don't tell long stories though. Because we say must hear Pastor Kumuyi preach. Сестричка, just tell us what was there and what happened, all right? Okay. Пастор попросил, чтобы все говорили коротко. Что было, что стало? Give up before. Oh, you want? Okay. 10 years ago, I fell from a bus. I was going to work, and since then I've had problem with my knee. But by the grace of God, I've been pleading the blood. I've been praying, but I had the healing in the name of Jesus yesterday. 10 лет назад у меня было травмировано колено. Я упала и травмировала его. И вчера я была исцелена. Слава Господу. У меня такое свидетельство, не хотел выходить, но Господь меня вытолкнул вон с того места. В среду я ударился тачкой на даче, ногу правую. И у меня очень сильно болела нога, а водители знают, что если нога больная, плохо ехать. Но я просто славил здесь Бога, просто стоял и прославлял Бога. И на втором служении, когда пастор Сандей молился и... Кумуи молился. Вы знаете, просто огонь сошел, исцеление получил. Я ехал, у меня нога не болела, и сегодня не болит. Аминь. Слава Богу. He had an accident. He had an accident with his leg, and so he has not even been able to drive because of that. So, but when we were praying, Pastor Kumuyi mentioned the problem with the leg. I said there is something like a fire came over him, and under the heat, the pain disappeared, and now he could drive his car to the church today. Добрый день. Болела правая грудь, перестала болеть. Болела поясница, перестала болеть. He said that she had a situation with her breast, the right breast, and then with her spine. And yesterday, when they prayed, and you know, for everybody, she discovered that the pain in the breast had disappeared, and the pain at the waist also had disappeared. So she gave God the glory. Сегодня 90 дней, как прошли мои мучения. Новогоднюю ночь отобрало руку. На сегодняшний день прошел 3 больницы, академиков, консилиумы, которые утверждали разные диагнозы, где-то 8 или 9 диагнозов, все под знаком вопроса. И никто не знал, где делать операцию, то ли в позвоночнике, то ли в руке, то ли в локте, то ли в запястье. И в конечном итоге все эти профессора сдались и говорят, мы не знаем что. Но после молитвы, вчера была у меня рука опухшая, сейчас она не опухшая и работает. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Тебе, Господь, вся слава и хвала. Аминь. He had spoken on TV in defense of the church and Pastor Sunday. Then overnight, in the New Year night, some hooligan skinhead
came and attacked him. They beat him, he almost died, but he became paralyzed in his one side of his body. So then he has gone to three hospitals. They have had a committee of doctors and professors, and they said they couldn't just know where to operate. And for 90 days, he said exactly 90 days this morning that he couldn't, you know, walk with that hand, and the doctors couldn't help him. They didn't know what to do with it. But yesterday, as his case was mentioned, that he couldn't believe it, that he didn't know anything happened. But this morning, the hand was swollen before and was hanging, but the swollenness had gone. Now he could raise it, and he's totally healed. Несколько месяцев назад у меня на позвоночнике в районе поясницы появилось уплотнение. Такое сильное. Начала болеть поясница, отдавать в ноги, и нельзя было притронуться за то место. Я, конечно, верила, что Бог меня исцелит, но вчера стало чудо, именно вчера сошло такое, что все пропало, и уплотнение, и боль. Я благодарю Бога, я благодарю пастыря. Yes, she said. A few months ago she discovered that she was having a growth in her spine. And not just the growth, but it was also becoming painful. And recently, it had started affecting her legs, so she couldn't really, she had to pull her leg like that. But yesterday, as they were praying, some heat came over her. And under that heat, she discovered that the legs were loose, and she came home, checked the growth had disappeared, and no pains. Вчора, коли пастирку моїй сказав щось про зцілення очей, катаракта, я зразу відчула, коли мої очі зціляються, неначе яка-то пелена сходить з очей. Приїхала додому, почала читати, писати, я все бачила. І коли глянула на годинник, була 9 година вечора. Yes! Hallelujah! Слава Богу! Yesterday we told the old people, not to go home and stay for their miracle. That Pastor Kumuyi would pray for them. He said after the prayer, I had cataract in my eyes, the two eyes. I couldn't read. I couldn't look even at the clock. But after the prayer of Pastor Kumuyi, I came back home, tried to read. I began to read. Look at the clock. I could see it was 9 o'clock or was it what 9 o'clock in the evening. So I want to say thank God and thank you to Pastor. Здравствуйте. У меня вчера сильно болела спина. Я сидела вот здесь вот и наблюдала за камерой, и думаю, хоть бы они на меня не наводили, потому что мне очень хотелось просто лечь прямо на тепих ровно. Сильно болела спина, мне даже пастор Людмила делала массаж спины. Я сидела и плакала просто от боли. Но когда пастор молился и сказал, у кого боль в спине, я говорю, я принимаю это исцеление. И вечером еще была боль, а сегодня утром ее нету. Слава Богу. Jeff Ball. She said she was feeling so bad yesterday, right here in the auditorium. She felt like she was sitting down. She was saying, "Oh, I hope the camera will not show me sitting down instead of standing up." But she said, "I actually felt like clearing everybody away from the chairs and sleeping, lying down because things were so bad." But after the prayers, she said, "You know, I felt better, but." You know, until this morning, I was still feeling a little bit of pain, but now I'm totally healed. And also, тоже самое, я хочу сказать, ну, есть, пока мы разговариваем, есть люди в зале, которые говорят о своей проблеме. И есть человек, у кого геморрой. Если у вас геморрой, положите руку, пожалуйста, на себя, Господь исцеляет вас. А также проблема в губах у кого-то, во рту. Если у вас эта проблема, положите тоже руку на себя, Господь исцеляет вас. А также женщина, у кого кровотечение, у вас кровь сейчас течет прямо сейчас. Эта кровь сейчас прекращается, и Бог вас исцеляет во имя Иисуса. Также груди, опухоли в груди, положите руку на себя, также примите ваше исцеление во имя Иисуса. Здравствуйте. Вчера Господь исцелил от мышечных болей в спине и пояснично-крестцового радикулита. Беспокоило это все дни с начала конференции. Слава Богу! She was healed of her spine as well. She had a, you know, very tortuous pain in the spine, but it went yesterday. Вот здесь слева плакат, и я со своего места, я не видела, что там написано. Я думала, место писания там какое-то, и внизу, где это написано. А когда пастор проповедовал, он приводил пример орла. Орел летит и далеко видит. И я говорю, yes. Господи, дай мне такое зрение, чтобы увидеть, что там написано. Я молилась с закрытыми глазами, и когда я открыла глаза, я увидела, что это линия доверия. Jeff Ball! Слава Господу, спасибо пастору.
She said she's been in the auditorium since the beginning of the conference, and she had not been able to read all these signs that were here. She didn't even know it was telephone number written there. She thought it was just some scriptures. So she said, but when the pastor was preaching yesterday and talked about the sight of an eagle, of the eagle, and gave a testimony, and he was saying, oh my God, if the eagle could have such a sight, why can't I, human being, have a good sight? So she was saying, God, will you do something about my sight as well, like you did for the guy in Africa? And she said she was praying with her eyes closed, but as she opened her eyes, she, to her utter surprise, she could see that it was the telephone number of the trust line and the name of the church. She says she's totally healed and has bad eyesight. Здравствуйте. У меня болели суставы. Когда пастор сказал за суставы, и вот тут шишка была, давила на руку. Рука вообще болела очень сильно. Я стала трогать, и прошла шишка, и освободились боли, ушли. И утром я просыпалась всегда с болью в шее. Сегодня проснулась, никакой боли. Слава Господу. She had a certain growth at the back of her neck here, which had affected her hand. And yesterday after the prayers, the growth disappeared and the hand is walking. Glory to God. На протяжении трех лет у меня было два перелома левой руки. Особенно тяжелый был сложный второй со смещением. Врачи прогнозировали просто инвалидизацию. Но это, конечно, все усложнялось. Я не могла уже ни спать на левом боку, даже не могла трубку держать. Смотрите, как я сейчас держу трубку в этой руке. Вчера, после. Но я шла, конечно, с верою, что я получу. Я все-таки, я же приняла прямо по дороге, что я с верой приняла, что получу исцеление. И я получила его. Вчера, после молитвы пастора Кумуи, у меня просто пошло тепло в левом этом суставе. Начала я чувствовать, что что-то произошло. И у меня рука сейчас, посмотрите, после того, что я ничего не делала, я не могла, жуткие боли были. Малейшее движение вызывало страшную боль. Если есть Богу, возможно все, если есть вера. Everything is possible to God, she said. She had her hand broken in three places. Fraction in three places. And so she had suffered with that, and she couldn't use the hand, but you see what happened now. Glory to God. Здравствуйте. Вчера у меня была сильная тяжесть в ногах, мне даже трудно было ходить. После того, как пастор помолился, я чувствовала тепло в ногах. После этого ушла боль. Я на третьем служении чувствовала себя прекрасно. Такая легкость в ногах, даже в молодости так себя не чувствовала. Спасибо вам, пастор, за молитву. As a senior citizen, she was also here when they said they should stay yesterday. And but she couldn't climb, her leg was bad. But after the prayers, she said she even stayed for the third service because the legs were so easy to pick up and all the pain disappeared and she found herself so light on the feet. And so she's happy and thanking God for it. Здравствуйте. She's one of the gypsies. 22 года тому назад ко мне делали операцию. И вчера после вечерней молитвы я начала слышать на правой руке. Yes. She said, 22 years ago, she had an operation in her ear and it was not so successful, so she became deaf altogether. And, you know, but yesterday, she just suddenly found herself hearing, she says. So, glory to God. Здравствуйте, церковь. С 2008 года у меня были жуткие боли в пояснице и в ногах. И в 2010 обнаружили грыжу в пояснице, и я могла ходить 3 часа в сутки максимум. Вот, и не могла спать, ходить, стоять, бегать, ничего. И вчера после молитвы пастыря я сегодня ночью нормально спала. Я вчера целый день служила, и сегодня все последующие дни я с 9 до 9 в служении, и я могу ходить без боли. Просто это Божье чудо на самом деле. Спасибо. Аминь. She's a young girl, but they just discovered that she had hernia in her spine, and she couldn't go for operation, in her spine, hernia, and she couldn't go
She couldn't stand up for more than 3 hours. But after the prayer yesterday, she said she stood up the whole day, and because she couldn't lie also on that spine or, you know, or roll on the bed. But right now, she said she slept like a kid, like a little child. And today she ran here, and she's been running ever since yesterday, and she just says her hernia is gone. Добрый день. У меня много лет болела спина и все суставы. И вчера молились за артроз, потому что, ну, как несмазанный робот ходить не может. Были жуткие боли. И пастор Сандей, сколько раньше я была в служении в одном, молились. У меня боли спины не проходили. В уединении пару недель назад меня Бог освободил полностью от этой боли. Но потом был грипп. И у меня опять вернулись боли. Я испугалась, что я потеряла исцеление. Но после вчерашней молитвы я сейчас просто не могла уже сидеть и молчать. Я получила полное исцеление. С 80-го года у меня были боли, теперь их нет. She said, she had all kinds of pain in her joints and spine and for since 1980. And the pain that is like 30 years or 40 years, see, all those pain from 1980 disappeared yesterday after prayers. Добрый день, меня зовут Олег, Санкт-Петербург. Хочу засвидетельствовать о чуде исцеления. С 2001 года у меня был хронический отит левого уха. На 50% не было слуха. Но вчера во время молитвы я попросил Иисуса... Да, не было слуха. Врачи не могли ничего сделать. К врачам обращался, не могли пробить эту пробку, не знаю почему. Вчера во время молитвы я просто обратился к Богу, сказал: «Господь, пробей наконец мне эту пробку, чтобы я услышал». И я почувствовал, что прямо вот Иисус стоит рядом, и меня такой огонь объял. И я понял, что я исцелен. И сейчас я слышу обеими ушами на 100%. Я воздаю всю славу Богу. Аллилуйя, аминь. She's one of the... It's one of the ministers from... Russia, St. Petersburg, and he said he had lost 60% of his hearing in one of his ears. But when Pastor was praying yesterday, he felt like Jesus was just appeared in front of him. And, you know, the ears popped open, and now he could hear 100% in the 2 years. Сейчас. Right now. Прямо сейчас. I'm about to bring forward. Я приглашу. The man of God. Мужа Божьего. Actually, thanks to whom God was able to pick me out from my own village. И вообще-то благодаря этому мужу Божьему, благодаря его служению, Бог, он призвал меня, избрал меня. Я пришел к Богу, когда еще был у себя в Нигерии. Amen. You will never know what God could do through television. Вы никогда не знаете, что Бог может сделать через телевидение. So that's why we are speaking English and Russian, so that people in Russia could listen to this message, and people in English could also listen, because you would never know what God could do through the power of airwaves. Поэтому мы говорим на двух языках, чтобы люди могли понимать и видеть по телевизору и английский, и русский, потому что ты никогда не знаешь, что Бог сделает. Listen to Pastor Kumuyi. I listened to Pastor Kumuyi. Я слушал по телевизору проповедь пастора Кумуи. God convicted. Я пришел ко Христу. And you know, saw the miracles. Я видел чудеса Божьи. And you know, I know this man is a man of integrity. You know, that he walks in holiness, the fear of God, and, you know, and has authority in heaven. Я знаю, что это человек чести. Он человек святости, человек достоинства. И он действительно как человек с неба. So now, no movements in the auditorium. Поэтому, пожалуйста, сейчас давайте все присядем, чтобы в зале никто не ходил. And with honor to God and to His servant, let us welcome Pastor W.F. Kumuyi from Lagos, Nigeria. Богу, с почтением к пастору, давайте поприветствуем нашего спикера, пастора Кумуи. Давайте воскликнем Богу глазом радости. Praise the Lord. Давайте воскликнем Богу глазом радости. Hallelujah! Thank you, Lord Jesus. We thank the Lord for what the Lord is doing. There's something we call a paradigm shift.
есть то, что которое называется изменение парадигмы. That means you are willing to come out of where you are. Это значит, что надо полностью изменить свое мнение. And get to where he wants you to be. Это значит, что надо перестать думать, как ты раньше думал, и начинать думать, как он хочет, чтобы ты думал. As you look at the Bible, и когда мы смотрим Библию, it surprises you. Библия нас постоянно удивляет. That what you have, то, что мы с вами думаем, and other people have, и то, что другие думают, the way you use what you have, и то, как мы потребляем то, что мы имеем, very much limited. Оно может быть ограничено, и вам много. But when you have a paradigm shift, но когда происходит изменение парадигмы, and you just wake up, и как будто ты просыпаешься, to know that what you have in your hand, ты просыпаешься, и обнаруживаешь, что то, что ты знаешь, will accomplish what God has called you to do. То, что ты имел, это достаточно, чтобы совершить волю Божью. It's going to bring a change. Бог может использовать то, что ты имеешь. Not only on your life. Не надо стать сверхъестественным каким-то. On your family. Бог и будет использовать то, что у тебя есть. Change in your nation. Чтобы принести изменения не только твоей жизни, в твоей семье, но в твоей стране также. And that's what we're looking at right now. Мы будем проповедовать сегодня. So be ready to have a paradigm shift. Поэтому, ребята, давайте просыпаемся, будем просыпаться, будем получить изменения парадигмы. Amen. Let's pray together. Давайте помолимся. Father, we thank you at this time. Отец небесный, мы благодарим тебя сегодня. We glorify you, Lord. Мы превозносим твое имя. Lord, we pray at this time. И Господь, мы сейчас молимся. Release your power. Высвободи твою силу. Release the anointing. Высвободи помазание. Release the authority. Высвободи Господь власть твою. And let the kingdom of God in this nation. И пускай царство Божье наступит в эту страну. Affect the nation. И пускай твое царство изменит эту страну. Use every woman. Use everyone here, Lord. Fulfill your will here on earth. In Jesus' name we pray. In Jesus' Christ we pray. And the people of God said, Amen. If it's not over, click it. Dajte Bogu slavu. Thank you very much. We can sit down. We might have processed. We're going to look at influencing the society by the kingdom of God. Мы будем сейчас говорить о том, как поменять страну благодаря царству или через царство. We talked about the kingdom yesterday. Мы вчера говорили о царстве. And we're talking about influence. И мы говорим о влиянии царства. And we're talking about society. И мы также говорим об обществе. Can I tell you this? Давайте я вам скажу. When we talk about society, когда мы говорим о обществе, society began with men and women. Общество это состоит от людей. So as we look at society, общество состоит из людей. In Genesis chapter 1, all you have about society, мы видим общество, общество было, will be the man and the woman. Всего лишь два человека, муж, но, as you come to the later parts of Genesis, society changed a little. You have men, you have women, you have children. As you go further, и когда мы дальше идем, мы видим, что общество расширяется. Это уже не только мама, папа, дети, это уже и молодежь. By the time you come to chapter 11 of Genesis, уже в 11 главе Бытия, society changed a little bit more. Общество уже стало еще больше. You still have men and women and children and youths. Все еще были дети, мама, папа, молодежь. You have now what we call language groups. Но уже стало как племена, которые объединяются. Before that time, society was simple. But now, as you come further into Genesis, you're not just talking about men and women. Но потом, когда мы росли, уже не просто мужчина и женщина. Because of the languages that came in. You need to be able to go further to be able to influence that society. Чтобы теперь влиять на общество, надо выучить разные языки. As you go further, religion was added. Уже были разные религии. And as language divided people, religion also divided people. Но религия стала разделять людей также. By the time you get to the end of Genesis, if konsu bitia, you're talking about Egypt. Мы уже говорим о разных народах. You're talking about Canaan. You're talking about nations and tribes. Мы уже имели
племена национальности. It's becoming more complicated when you think about society. Общество растет и становится более сложной структурой. As you come to the book of Judges, и когда мы начинаем смотреть в книге Судей, you now have politics coming in. Судей уже появился другой элемент, который называется политика. And the politics were different from place to place. А политика отличается от места в место. By the time you are coming to the Psalms, и когда мы уже начинаем говорить о псалмах, in another part of society. Псалмах мы уже видим совсем другое понятие общества. That is called educated society. Another part, illiterate society. Мы уже видим другое общество, образованное, а другое необразованное. Inventions came in. Потом начали возникать. Industry came in. Изобретение, civilization eventually came in. Индустрия, цивилизация. By the time you come to the New Testament, you're talking about a complex situation in society. And if you're going to have ministry, the kingdom to influence society, you have to not think about the men, about the women, about the children. Это дети, about the youth, это родители, это молодежь, professional people, это профессиональные люди, about это civilized people, специалисты, about the middle age грамотные, people, неграмотные. You have to talk about old people. Мы уже говорим о старых, молодых. You have to talk of university people. Мы уже говорим об университетах. And you have to talk of different cultures. Мы уже говорим о разных культурах. And different traditions. И разные традиции. And this is where the church has failed. Вот где церковь потерпела поражение. We think of society as men and women. Потому что мы только думаем, что общество это всего лишь мужчины и женщины, как было первобытный строй. And because of that elementary understanding. No, is that это вроде бы не до понимания маленького. Of society. You told us is that узкое понимание общества. We do not understand how the kingdom will impact the society. Мы перестали понимать, как же теперь принести царство в общество. Оно слишком сложно, это общество. So you're talking of multiplicity of people. Поэтому тут речь идет уже о сложной единице народа. Now we're talking about the influence of the kingdom on society. Когда мы говорим о влиянии царства на общество. And while we go on, пока мы говорим об этом, you must have that understanding of society. Очень важно, чтобы мы правильно поняли, что такое общество. The complication, the civilization, the multiplicity. Надо думать о том, что общество не только мужчины и женщины, но оно намного сложнее. As you look at Matthew chapter 5, и когда мы смотрим Матфея 5 глава, we're looking at verse 13. 13 стих. Matthew chapter 5, Матфея 5 verse 13. It says, ye are the salt of the earth. Написано, вы соль мира. Just stop there for a moment. Давайте остановимся на этом. Ye are the salt of the earth. Вы соль земли. If I were to ask you, если бы я спросил вас, what do we use salt for? Для чего мы употребляем соль? You say that is obvious. Вы, конечно, скажете, это понятно. You say, everybody knows what we use salt for. Вроде бы каждый знает, на что употребляем соль. It says, yeah, the salt of the earth. Если он говорит, мы соль земли. What's the connection of that? Какое может быть соотношение? From the kingdom. To influence society. Чтобы менять общество. As the salt of the earth. Соль земли. Now you need this paradigm shift I'm talking about. Поэтому нужно начинать думать по-другому. Because you want to find out. Изменение парадигма. How will the salt of the earth influence the world? Это то, что позволит нам идти изучить, как же salt может изменить земли. Is that you have a table of a plate of food? Salt обычно мы употребляем на пищу. And if you put some salt there. Пищу. That's all some people know. Before I come back to the salt, но мы потом вернемся к соли. Moses had a rod. Давайте вспомним за Моисея. If you ask every shepherd at that time, у Моисея был жезл. How do you use a rod? Если бы вы просили у любого, we use a rod to guide the sheep, to guide the animal. Они бы, ну, пастуха, он бы сказал вам, что жезл это только для того, чтобы направлять, ну, животные, то есть овец. Moses used the rod to influence the whole nation of Egypt. Но Моисей использовал тот же самый жезл,
уже не только на овец, а на то, чтобы покорить целую страну. Аллилуйя. All he had was a rod. Now, Joshua, у него была это всего лишь жезл в руке. And he wanted to influence the whole nation of Egypt. И именно простым жезлом он покорил целую страну Богу. And he wanted to deliver all those Israelites that were slaves. Принес освобождение целому народу, только посредством жезла. And everything he had in the hand was a rod. Joshua, у него была бил всего лишь жезл. And with that rod, he influenced the nation. И посредством этого простого жезла, которые должны быть потреблены для овец, теперь страна была изменена. When you go to the seaside, и когда мы с вами ходим, допустим, these little stones, на берег моря, мы видим камушки разные. They're called pebbles. They're so small. Но есть такие, камешки или, галта. Ask a little boy. Галте. Это то, чем играют дети, маленькие дети. What do you use little pebbles for? Что дети делают галки? A little, those children will tell you. Эти дети вам скажут. When there is a bird. Что когда, bird? Or a rabbit. Yes. Что когда они видят птица летит. Are you to kill that little bird? Или меша прибежала. You pick up a pebble. Ты берешь камушку. And then you throw it at that. И начинает бросать на этого. They each at that little stone. Мешу. Это кто же как Давида. And there was a battle between Israel and the Philistines. Представьте себе камушки простые. And what he had to use? И Давид взял всего лишь камушки. Чтобы победить врага целого народа. You need a paradigm shift. Братья и сестры, нам надо изменить свое мнение. The only way we use a rod is to guide animals. Если ты всегда думаешь, что жезл только для животных. We're talking about influencing a nation. Оказывается, можно изменить свое понятие и использовать его, чтобы изменить целую страну. We're thinking about defeating the nation of the Philistines. Если мы хотим изменить и покорить филистимлян. And David had a stone. Давида бил камушки. Now, when you think of shadow, и если мы думаем с вами о тени, that is, you're out there, the sun is shining. И если мы в солнце, мы видим свою тень. And what's a shadow for? Что такое тень? It's just to tell us that the sun is shining and therefore there's shadow. Тень только чтобы подсказывать нам, что есть свет или есть солнце. But Peter said there is more to a shadow. No, yes. Что может делать тень намного больше, чем просто то, что есть солнце. Insignificant, unimportant. Что такое тень? Вроде бы оно не значительное. He was passing by the way. Но Петр знал лучше, что можно использовать all the sick people on the side of the road. Чтобы исцелить больных. And the shadow just fell on them. They were healed and delivered. Петр всего лишь должен пройти в солнце. И его тень падала на людей. И эта тень стала оружием исцеления. Make a paradigm shift. Это то, что я говорю. Вы можете использовать незначительное, что у вас есть. Don't say, this is the only way. This не надо сказать, что можно только вот так думать об этой вещи. Now нет. The jawbone of an ass. Представьте себе, как там... No, Solomon, Samson взял это самое. Челюсть. Now, to be an ass, that's bad enough. Челюсть животного взял Samson. When we were at school. Когда мы были в школе. And then, when the teacher is trying to teach you, 3 + 4 is equal to 7. И когда мы были в школе, нас учили, 3 + 4 значит 7. And then, the teacher said, 4 + 3. А потом говорили, что, 4 + 3. You. Ты, скажи быстро. 5. Он говорит, пять, не попал. Say an ass. Он говорит, что животный. So anytime they said an ass. Если тебя назовут животного. That was bad enough. Челюсть животного. Это уже что-то. If the whole ass is bad enough. Если понятие, что назовут животного, это уже плохое, негативное. Now the jawbone of an ass. Представьте себе теперь челюсть животного, человек берет в руках. What will that do? Что может делать челюсть животного вообще? When all these thousands of. Асла, животного, асла. When all the thousands of Philistines came again. И когда некоторые тысячи филистимлян напали на Самсона.
All he had was the jawbone of an ass. Все, что у него было, это была челюсть этого осла. And see what happened. И что он смог сделать с этим? I'm telling you, make a paradigm shift. Слушайте, если мы только можем изменить то, как мы думаем. That there's a little bird that they call raven in the Old Testament. Есть такая маленькая птица, которая кормила пророка. In fact, the children of Israel were told not to eat raven because it was an unclean animal. Ворона, это была даже та птица, которую израильтяне даже не ели в Ветхом Завете, потому что считали его нечистое животное. There was a great famine. И был голод большой. In the land of Israel. В Израиле. Nobody had anything to eat. И никто не мог найти что кушать. And God told Elijah. И Бог сказал Илию. To go to the brook Cherith. Чтобы пошел к берегу реки. And he was there. И там возле реки. How will he eat? Как он там будет кушать? The raven. И эта ворона. That in itself does not have any value. Который не имеет никакой значимости, даже его отказали кушать. Became so greatly valuable to Elijah. Стал спасительный для Илия. Аллилуйя! And will bring food in the morning and food in the evening. Принес пищу с утра и пищу с вечера. I'm saying, don't relegate that raven to the back. Don't send him out of the church. Слушайте, let him stay there. Никогда никого не пренебрегайте. Даже вороны в твоей церкви, которые проблематичны, ничего не можете делать. Не выгоняй его из церкви. Используй его на славу Божию. Аллилуйя! We're talking about influencing a nation. Мы говорим о том, как влиять на страну. Maybe you are a pastor. Может быть, ты пастор. You're a minister. Ты служитель. A leader in the church. Ты лидер в церкви. You look at all your church. И ты смотришь на всю твою церковь. And say, I wish I had different members in my church. Ватоза за голову и сказал, Боже мой, кто мне попался? Почему не другие люди ходят ко мне в церковь? That one is not more than a rod. Да, может быть, они выглядят как простой Jesus. That one is a little stone by the river side. Они выглядят как простые камушки. That one is not even as important as shadow. А тот вообще как тень, даже тень, и то лучше него. That one is not better than an ass, a jawbone of an ass. А это вообще челюсть кого-то осла. That one is so unclean as a raven. А этот вообще похож на какого-то ворона. And these are the people God is going to use to change the nation. Слушайте, ребята, именно таких людей Господь возьмет. Именно через таких людей Господь изменит твою страну. Аллилуйя! And that is why you are here today. Поэтому ты здесь сегодня. Let me come back to what we said. И давайте я вернусь к тому, о чем мы говорили. The words of Jesus. Иисус сказал, ye are the salt of the earth. Вы соль земли. Now how does that relate with influencing a nation? Но причем тут соль, как это изменит страну-то? Let's come now to 2 Kings chapter 2. Поэтому четвертая книга Царств. In 2 Kings chapter 2. Четвертая книга Царств. That makes you to know the purpose of Christ. Четвертая книга Царств, вторая глава. You here today. И он говорит, что вы, которые здесь сегодня, of the earth, вы соль земли. The salt of your nation. Вы соль своей земли. How did Jesus expect us to use this salt in the nation? Что же Иисус хочет? Каким образом соль изменит страну-то? As you look at 2 Kings chapter 2, четвертая книга Царств, reading from verse 19, вторая глава, 19 стиха, and the man of the city said unto Elisha, 19 стиха, behold, I pray thee, the situation of this city is pleasant, as my Lord seeth, but the water is not, and the ground is barren. И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо, как видит Господи мой, но вода не хорошая, и земля бесплодна. And he said, bring me a new cruse, and put salt therein, and they brought it to him. И сказал он, дайте мне новую шашу и положите туда соли и дали ему. The situation of that city was terrible. Была сложная ситуация в том городе. As the people were drinking the water, и люди не могли пить воду. They were dying. Потому что они умирали от этой воды. And so they became concerned. И они начали переживать. And they went to the prophet of God, Elisha. Потому что они пришли к пророку Божьему Елисею. Look at the situation. Is пожаловали чему о ситуации в этом городе? In our city. Посмотри, у нас беда. We need prophetic authority. Нам нужно Божье вмешательство. And something has to be done. Что-то нужно делать в нашей стране. Everybody there in that city. Все в этом городе.
add salt in the house. Имели соль дома, соль это же такое незначительное. You have salt in the house. Слушай, у тебя тоже есть соль дома. Nobody is so poor that he doesn't have salt in the house. Бедных людей, чтобы не было соли у него дома. And the problem was there. Но проблема же осталась. They sought the solution to that problem. Оказывается, что простой соль будет решение. Was going to come from another place. То бы знал. And I come here to tell you. Они ждали помощи извне. All the whatever problem we have in this nation. Yes, я вам пришел сюда сказать вам, какие бы ни были проблемы этой страны. The solution in your hand over there. Вы уже имеете решение в ваших руках. Оно есть ready as this. You don't need something from a foreign land. Вам не надо, чтобы привезли что-то из зарубежья. To bring solution to whatever problem you чтобы have. Чтобы решать ваши проблемы тут. The salt is there. Salt is there. There's a salt sitting down there. Salt is земле, видишь, какой salt сидит. Look at how much salt we have посмотри, here. Посмотри, сколько соли у нас в этом зале сидит. He are the salt of the earth. Иисус уже нам сказал, что именно соль и решение все проблемы options. And so Elisha said, the solution is nearer than you thought. И Елисей сказал, вы переживаете, умираете. То время, когда у вас есть решение прямо у себя дома. Can I have some salt there? Yes, this soli vet on mess. And they brought it to him. And he went forth unto the spring of the waters. And he cast the salt. He cast the salt therein. And he said, "Thus says the Lord." He сказал так говорит Господь. I have healed these waters. Yeah, Господь исцелил эту воду. And there shall not be from thence any more death or barren land. Wow. Eventual uncle is talk over there. He brought it to the solis. Because I'll talk about the gospel. He has delal vodu serious darovoy. Ni budet otu yof pred ni smerti ni best blodia. And the waters were healed until this day. If a dust talas darovoy does save hard. Solution came. Atvet pressure. Link those two things together. Old Testament, New Testament. Your left hand and your right hand. For your правая рука, for your левая рука. The one on the left and the one on the right. Bring everything together. Bring the Lord is saying the solution to the problem. The solution to the problem in any nation. Problem, решение проблемы всякого общества. Is the salt he has put in that nation. Это то соль, которое он уже поместил в этой стране. Верующие люди. And he pointed to the believers. И он показал, указал на верующих. And he says, ye are сказал, the salt of the earth. Вы есть решение ваших всех проблем. Вы соли вашей земли. Now, do you know what we do with salt? Знаете, что мы, как мы вообще предлагаем соль? We bring the salt into a very clean bottle, transparent bottle glass. Что мы делаем? Где мы храним его обычно? Мы ставим соли в какой-то, ну, такой вид, ну, бутылке, где прозрачные бутылки. It's white. Ну, может, прозрачно. It's pure. Бутылки, и он там соли белый. It's good. Выглядит, ну, чистенький. We put it inside the box. Хороший. Мы его храним дома. We cover it up. Закрываем. And we rejoice. И мы радуемся, что у нас look дома. Look at how much salt we have. Дома есть соль. И мы даже говорим, we have много соли дома. We put all the salt inside a church building. То же самое мы сегодня делаем. Закрываем всю церковь. Ну, в соли, мы закрываем внутри церкви, в четырех стенах церкви. Society is there, church is here. Общество гибнет, а мы отделили общество от церкви, и мы закрылись внутри себя, и пока общество гибнет. The earth is over there, the church, the salt is inside this bottle. Проблемы там, а решение здесь закрыто внутри себя. We come to church. Мы приходим в церковь. Morning, evening. Сутра, днем, вечер, Sunday, Monday, воскресенье, понедельник, and Wednesday, вторник, среда, Thursday, Friday, Saturday, четверг, пятницу, субботу, we read Bible, читаем Библию, we pray, молимся, we worship, поклоняемся, поем. The salt is inside the bottle. А соль дешевле делает закрыто. And the Lord is saying, open up the bottle. И Бог говорит нам сегодня, открой бутылки. Send out the salt. О, засыпай соль из земли. Every part of society.
society. Засыпай соли во все сферы общества. Let all the nations have the salt. Пошли каждого человека в разные народы. Let all the tribes have the salt. Пускай переживают соли. Let some salt go to the politicians. Политики, пускай переживают соли. Let some salt go to the universities. Пускай студенты в университеты переживают соли. Let some salt go to the villages. Пускай соли переживают соли. Let some salt go to the old women. Пускай женщины, старые люди переживают соли. Let some salt go to the military. Пускай армия переживает соль. Salt in the police. Задвайте милиция, пускай попробуй соль. Пускай все офисы переживают соль на себе. Salt will go to all those various places as we're listening to this morning. Только когда мы высвободим соль из бутылки и рассыпем по всей стране. And we distribute the salt evenly. Только тогда, когда во всей сфере жизни мы разносим соли. You will find the nations. Только тогда страна меняется. Hallelujah. So the nations are waiting for us. Поэтому страны ждут нас. So that there will be a change. Чтобы мы принесли к ним изменения. As I talk about the salt. Теперь, пока я говорю о соли. I want to talk to you about the influence of kingdom citizens. Хочу говорить вам также о влиянии гражданина царства. Salt has influence. О, ребята, у соли есть сила. That's why Jesus said you are the salt of the earth. Поэтому Иисус сказал, что мы соль земли. But how are we going to have influence? Как мы будем иметь влияние? I want to talk to you. I break it to 1, 2, 3. I kind of sectionalize it so that you'll be able to understand. Я по пунктам вам расскажу, каким образом ты, как соли, можешь принести изменения. Number one. Первое. The identification of kingdom citizens. Нужно понять, что я гражданин неба. Первый пункт. Я гражданин неба. Identification of kingdom citizens. Я гражданин царства Божьего. I'm reading from Colossians chapter 1. Колоссянам первая глава. I'm reading from verse 13. 13 стиха. Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear son. Он избавив нас от силы тьмы, от царства тьмы, привел нас в царство сына своего. Now that word translate. Это Библия говорит. Is if you remember Enoch. Что вы помните, когда Enoch was translated out of this earth. Что он перевел нас с одного царства. So that he will not see death. Таким же образом, как он перенес Еноха. Translated, transported, transferred. Он перенес Еноха из земли на небо, чтобы он не умер. How do we identify the salt we're talking about? Поэтому как нам узнать соль, о котором мы говорим? The salt, they are the kingdom citizens. Соль, это человек, который убежден, что он гражданин неба. In the kingdom of darkness. Это человек, который знает, что я точно освобожден от царства тьмы. Я больше не принадлежу миру. Under the authority of Satan. Я теперь не принадлежу, не служу сатане. And the Lord took you. И человек, который осознает, что Бог меня избавил. Он меня вывел. Into another kingdom. И привел меня в другое царство. That translation means a lot. То, что перевел, это самое главное слово, перевел, царство. Because you are part of the kingdom of God now. Потому что мы теперь уже стали гражданами другого царства. You are free from the powers of the other kingdom you were translated from. Будучи гражданином другого этого царства света, теперь царство тьмы уже не имеет на нас влияния. You are no more in the kingdom of darkness. Мы уже не под влиянием царства тьмы. In the kingdom of Satan. Мы уже не принадлежим сатане. Влияние мира не должно иметь силы над нами, потому что мы переведены в другое царство. Those are the people. И только такой человек, and you know something? Который это знает, God knows you. Он может влиять. Christ knows you. Поймите, ребята, Бог вас знает. The Holy Ghost knows you. Дух Святой тебя знает. The angels know you. Христос и ангелы вас знают. More than that. Больше того. Satan said. Даже сатана. The demons said. Даже демоны. Jesus I know. Говорят. Что Jesus I know. Христос знает. Before I go on. Иисус знает. To the next part of that verse. Прежде чем я продолжу. Anytime Jesus appeared. Всякий раз, когда Иисус появляется. Before Jesus opened his mouth. До того, как он начинает говорить. The demons will scream out. Look, the demon in national creation. We know you. Best in national government. Jesus, the Son of the Most High. May the name. And those demons said, they send Jesus, we know. He at the best government. Jesus has name. And they said, and Paul, we know. That's a Pavlas name.
we are the only people that don't know ourselves. К сожалению, только мы верующие себя не знаем, кто мы такие. A man tells me he's educated, he doesn't know his name. Да, представьте, как человек может говорить, что я образованный, и при этом даже не знает свою фамилию. I say, Are you educated? Я скажу тебе, что не грамотный. Of course, yes. I went to primary school. Я закончил школу. I went to high school. Закончил высшую школу. I'm a graduate. Я даже университет закончил. Can I show you my certificate? Я вам диплом покажу. Okay, I said, don't worry about certificate. Зачем? Зачем? You know, диплом то. What's your name? Как тебя зовут? I don't know. Ну не помню. Where are you coming from? Откуда ты? I don't know. Не помню. Who are your parents? А твои родители так то? I don't know. Не помню. What's your right? А какие твои права? I don't know. Ну не в курсе. What do you possess? А что у тебя есть? I don't know. Tell me. Ну, может быть, ты мне скажешь. I say you educated. Ты же сказал, что ты грамотный. Of course I am. Да, конечно, я еще какой. Transfer that to the Christian life. Вот это то, как мы верующие ведем себя. God knows you, you don't know yourself. Бог так тебя знает, так тебя почитаешь, а ты себя не знаешь. Иисус так тебя почитаешь, а ты себя не знаешь. Дух Святой так тебя почитаешь, а ты себя не знаешь. Даже демоны тебя избоятся, а ты сам себя не знаешь. Он говорит, Иисуса знаю, Павла знаю. Сожалению, ты не знаешь, кто ты такой в духовном мире. И ты говоришь, что ты в курсе. Come on now, make a paradigm shift. Парень, парень, проснись. And say, this is who I am. И проснись и знай, кто ты в духовном мире. I am a child of God. Я сын Всевышнего Бога. When I show up in a place, и куда бы я ни пришел, дьяволы должны убраться с дороги. When I show up in a place, если я появлюсь, those demons, they have to pay attention. Всякие бесы должны убегать от меня. I am not in the same realm as they are. Я не просто какой-то простой человек. I am translated out of here unto there. Не зря сравни с одним человеком на земле живущим. I am made to sit in heavenly places where Christ Jesus. Я уже переведен из земли на небо. Я сижу у одесную Бога Отца. И когда я сгодом я не пришел. That is who a child of God is. Я прихожу как человек власть имеющий. Number one. Первое. Identification. Вы должны знать точно, что ты гражданин неба. Intercession. Второе. Intercession for kingdom citizens. So, ты должен ходать ходатайство. Второе, это ходатайство. No reason to fail. Мы не можем потерпеть поражение. We have no reason not to influence the world. Мы должны ходатайство за мир. Number one, you identify who you are. Первое, мы должны знать, кто мы. Do you know He's praying for us? Вы знаете, что Иисус, Он ходатайствует за нас? You know, it's wonderful. Иисус ходатайствует за тебя. As I come over here, I see how much you love your pastor. Видите, я приехал и вижу, как вы любите своего пастора. And all these, you know, small problems we're talking about. Даже эти все маленькие гонения, о которых мы говорим. The things we should actually be laughing about and praising God for. На самом деле вам надо было радоваться за гонения, которые вы переживаете. We're talking about them, we become so serious. Если мы начнем говорить об этом слишком много, это такое большое дело. И говорю, что за проблема тут? Oh, it's about our pastor. Oh, это наш пастор, у него проблемы. And all of us together. Мы же все вместе, нас так много. Мы будем все молиться. And then I say, 1, 2, 3, 4. How many of us, about 4, 5,000, we're praying for our pastor? Мы будем молиться за нашего пастора. Can I ask you a question? Давайте я спрошу the вас. The prayers of 4,000 people here. Молитвы 4,000 человек присутствуют в этом зале. And the prayers of only one Jesus Christ seated on the throne. И даже и плюс молитва Иисуса, который сидит одесную за нас на троне. What's the comparison? Представьте себе, как это можно сравнить? You cannot measure. Конечно, нельзя measure. The effect and the power. Сила и влияние. Of the prayer of Jesus for our pastor here. Действие и эффект молитвы одесную Иисуса за нашего пастора. The only sin, the only ministry. Единственное служение. Jesus is carrying out now in heaven. Которое у Иисуса на небе. He doesn't carry out the ministry of preaching. Это ходатайственное служение. Or the ministry of healing the sick. Only исцеляет, only or the ministry of crusade. Only the only ministry is carrying out. The единственное его служение. Is the ministry of intercession for the saints. Or ходатайственное. Did you know that this morning? Вы знаете, что сегодня утром? Jesus prayed for our pastor. Иисус молился за нашего пастора. This evening. Сегодня вечером. He's going to keep on praying for the pastor here. And every него. Prayer Jesus prayed when he was on earth, и it was answered. Молитва Иисуса всегда отвечена. And the prayer he's praying now. И молитва, которую он совершает сейчас. It's also going to be answered. Будет тоже отвечена. I have good news for you. И у меня есть добрая весть для вас. Jesus
prayed for you this Иисус morning. Иисус молился за тебя сегодня. I mean you. За тебя лично. I said, I mean you. Я говорю, за тебя лично. Jesus is praying for you. Иисус молится, постоянно за Why тебя. Why are we so sad and so sorrowful? Боже мой, как ты можешь еще в унынии быть? As if the heavens are falling. Откуда уныние у тебя может быть? Nothing will ever happen. Как будто небо рушится. Contrary to the answer Ничего of the prayer of Jesus. Против его молитвы. Только будет только как он помолится. Jesus is praying for me. О, Иисус молится за меня. Jesus is praying for me. Anybody there? Скажите, Иисус ходатайс вы за меня. Is Jesus praying for you? Иисус ходатайс вы за тебя. Why do you act like an orphan? А почему ты себя ведешь как будто ты самый несчастный? Why do you act as if nothing is happening? Ты себя ведешь как будто ты несчастный. Because of the prayer of Jesus. Ты что не в курсе, что он тебя тебя ходатайс вы? Hebrews chapter 7 verse 25. Евреям 7 25. All those problems are solved. Слушай, все твои проблемы это вообще мелочи. And when you bring the prayer of Jesus, yes it is. Знаешь, что Иисус за тебя ходатайс вы? And you bring it to your own prayer as well. И ты еще сам за тебя молишься. You know something? Знаешь ты? I used to look at that number zero. Я всегда смотрю на ноль. You know zero? Ноль. Знаешь, что такое ноль? That's a figure that comes before one. Это то, что до один, до один, перед один. Zero, zero is nothing. Ноль это значит ничего. But I had a new revelation. Но сейчас я понял, что ноль. Это не просто ничего. If you put the number one. Yes, ты видишь, добавь ты один. And you put a zero beside that one. Перед нулем. What's that? Что это? Ten. Ten. Put another zero there. Above the shot, null. What's that? Что это? 100. Another zero there. You should add null. What's that? Что это? What? Now. Ten, ten, ten. The prayer of Jesus is Молитва always Иисуса. One. Это как одно. No fraction. Одно. Best. Solid. Всегда одно. Stable. Одно. Having integrity. Adin, это его Standing молитва. Like an eye. Потому что он один. Like an immovable rock of Gibraltar. Fearlessly. On jealous. The prayer of Jesus. Это один, это его молитва. Он стоит за тебя. My brother is praying. Брат мой, he's praying. My prayer is zero. И говорит, моя молитва вообще ноль. I put his prayer zero beside the prayer of Jesus one. Молодец, что у тебя ноль. Давай добавим к одному, который уже есть. My sister there is praying. Says it's zero. Моя сестра молится. I put each near that ten is 100. Молодец, что ты ноль. Я добавлю это. Put all the zeros here praying beside that one. Your trillion. Elijah asked a question from Elisha. Некоторые люди думают, что это будет гордость, если я попрошу, это не будет
будет нескромно. That you give me a double portion of your spirit. Если я спрошу твоего папа за это будет нескромно. So we're always asking for, can you give me one tenth of your spirit? Мы всегда скромны, что мы говорим, дай мне чуть-чуть только. One tenth of your power. Дай мне одно десятое твоей силы. One tenth of your understanding. Одно десятое твоего знания. Do you know that Jesus Christ Himself? Но Иисус сам. He didn't promise us a fraction of what he had. He said, he that believes on me, the works I do he shall do. And greater works than these shall be done because I go to the Father. The greater works are available because you believe and there is an impartation. And so Elijah said, Elijah, if you see me when I'm taking away from you, how simple that is. We're working together. And he says, if you see me, then it is yours. And then after we're going, a chariot came from heaven and took Elijah away. And then the mantle fell down. He took that mantle. Something was imparted on his life. Can you think about this? You've never thought about it. All the anointing that Pastor Sunday has. All the anointing that I have. As both of us are ministering to you. You bring everything together. And you say, I need an impartation. A double portion of what they have together. Вы должны смотреть и принимать двойное помазание. Двойное помазание. Вы должны получить. Двойное помазание тоже у пастора и у пастора. Оно сейчас идет к вам. Бери это помазание сейчас. Может быть, ты даже не знал, что ты получишь это. Ты получишь это помазание прямо сейчас. Оно идет. Идет. Бери. Бери помазание двойное. Сила Духа. Помазание исцеления. Помазание выгонять бесов. Помазание понять Библию. Помазание творить дела Божьи. О, двойное помазание. Третье помазание. Еще тройное помазание. Еще седьмое помазание. Оно приходит на твою жизнь. Двойное помазание на тебя. Сегодняшнего дня ты начнешь исцелять. Ты начнешь изгонять. From this day you'll do great wonders. Ten national twins, you the servant of your gospel. The salt of the earth. Ten your soul, Zemle. Ye are the salt of the earth. Ten your spirit, share your problems, Zemle. Ye are the salt of the earth. Ten your problems, share your problems. Sending you forth. Impact him a pastor light. Make a change in every nation. 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 Ten bring the Remember you are the man. Ten your thought. Remember you are the woman. Ten your thought. Remember the. I remember the impartation. Impartation. And you will be the one that will make the change in transformation. Every nation you represent. It is done. It is done. I am going to pray for you. Давайте я так сейчас помолюсь за вас. This afternoon. Поднимите свои обе руки. It's an afternoon of impartation. Потому что сегодня это день передачи помазания. I want you to put your hands down first. Теперь опустите руки сначала. Open your eyes and look up at me here. Теперь смотрите все на меня, представьте глаза ко мне. I need to explain to you before the impartation service. Я хочу вам донести. I was called to Portsmouth in UK.
Я вам кое-что объясню до того, как я помолюсь молитву передачи. And I ministered there for a week. Меня пригласили в Англию, я там проповедовал. And the Lord healed many people. И Бог начал исцелять твои чудеса. And great miracles they never saw in that place. Чудеса, которые в Англии еще никогда не были. And then the assistant pastor came to me. Потом помощник пастора ко мне подошел. During the break. И сказал. And he said, I don't understand. Я не понял. You don't run, you don't jump. Ты не прыгаешь, ты не кричишь. You just stand there. And then you point out the problems in the congregation. And then you pray for them. And miracles took place. Oh, I said, I'm not special. You are special as I am. He said, why can't I do it? And you are doing it. But, I said, but you can do it too. So we sat down. And I explained to him very briefly on the Holy Ghost, the power of the Holy Ghost. And I told him about the gifts of the Spirit. The word of knowledge. Slova znanie, the word of wisdom. Slova mudrosti, the discerning of spirit. The gift of faith. Dar vere, the gift of miracles. Dar tvorza, the gifts of healing. Dar iselenia, the prophecy. Proroshetva, speaking in tongues. I and interpretation. И депрет перевод истолкование языком. I said now I'm going to pass it on to you. Я сказал, что теперь я передам тебе все эти дары. And then I prayed for him. Я помолился за него. And after the prayer, после молитвы, he didn't feel bigger. Он даже не почувствовал. Or feel taller. Он даже не почувствовал. He felt the same. Он чувствовал так же, как сам. Impartation is impartation. Но это же уже было передано. It was my last service in the church. Это было последнее служение тогда. And they introduced me. On my preview, and then I preached. After the preaching of that day, I said, now, I'm not going to pray for anybody tonight. I said, the assistant pastor is going to pray. The assistant pastor looked at me. I said, why didn't you tell me at home? I said, but I prayed for you already. So he came over there. He said, let us pray. He didn't understand paradigm shift. He wanted to start praying like he used to pray before. No, it will be a problem. Our God, our Father. We're all here today. No, at least me preach this with us. We're rats. We're nobody. Me nikto me kaka titse. I pulled the shirt. Yeah, you were thrown. We are going to parin. Shh, quiet. Tak nizia moliza moliza kakia. Pray with the anointing. See, Lord, you tell me, oh yes, but the anointing is upon you already. Mama zane, you na tebea sishas. And then, because he didn't know what to do, I wonder if he's going to get a I stood behind him. Yes, I said, you tell them. Yes, can you scratch him? There's somebody right there at the back. I mentioned the problem. So kto tam zadi uniwo takwa problema. The congregation, they were closing their eyes. So they didn't know I was the one that told him. So he said, somebody there mentioned the problem. Then I said, don't say, are you healed? Tell them, if you are healed, wave your hand at me. Then I said, there's another person there. I revealed it. I passed it on to him. Well, I did it for 2-3 people. He took off by himself. The gift was passed on to him. That's why we're here this afternoon. To transfer the anointing upon your life. To transfer the gift upon your life. And right now, as you raise up your hand, impartation is coming upon your life. Believe you are going to heal the sick. Camera, ribeata. You are going to cast out the devils. Vente God, and you are going to do great things in the name of the Lord. Father, in the name of Jesus, I come to you. Я прихожу к тебе to your word, по твоему слову, the of your name, силою твоей слова. Has that unction, anointing, and power. Я передаю помазание и воскресение твоему народу сейчас во имя Иисуса Христа. The power
of the Holy Ghost, силу Духа Святого, the anointing of the Holy Ghost, силу помазания Бога, inspiration from on high, я высвобождаю с неба, illumination from on high, именем Иисуса, to raise the dead, силу воскресать мертвых, силу исцелять больных, signs and wonders, исцелять тенденцию чудеса и знамения, I transfer your people in Jesus' name, передаю этому народу во имя Иисуса, confirm it, O Lord. And let the anointing do great works in this nation. Помазание начнет работать могущественно через каждого человека. Чудеса как никогда. Силу как никогда. Чудеса как никогда. Власть как никогда. Lord, I thank you. Господь, я благодарю тебя, что это помазание сюда пошло. Сюда пошло. Сюда пошло. Сюда пошло. And I pray, я благодарю тебя, go back into the world, что эти люди начнут творить чудеса на улицах, в офисах, во всех местах. Они изменят. Они изменят эту страну. Они покорят эту землю. И где бы они не были. Они проявят твою силу. И через них те изменят все страны, которые представлены здесь. Мы молимся во имя Иисуса. И в этом работе скажет. Не слышно. Эй! Аллилуйя! 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 Дайте Богу славу! Дайте Богу славу! Дайте Богу славу! Аплодисменты! Я не вижу руки, 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 руки! Уберите кафедру. Спасибо, спасибо. Спасибо, церковь. Тише, тише. Это Владимир Сергеевич Глуховский. Это один из самых первых лидеров пятидесантческого движения на Украине. Он сидел сколько лет за веру? 7 лет? 6 лет. 6 лет за веру. И благодаря этому человеку мы здесь можем стоять и служить в Украине сегодня. За Евангелие, его приговорили к расстрелу. К расстрелу вообще приговорили, но Бог его спас жизнь. Перевозчик, подойдите. Перевозчики, подойдите, чтобы... Да, говорите. Oh, I was just saying, this man here, is one of the veterans of faith in this country. He is 80 years old. He was just 80 last week. And he was condemned to death by firing squad by communist regime because he was preaching the gospel when it was prohibited to preach the gospel. So when freedom came, one of the disciples of Pastor Kumuyi, who was here, Pastor Charles, began to work with the Pentecostal churches and convinced Pastor Vladimir because he spent 6 years in the prison before God supernaturally released him. So he took him to Nigeria. Pastor Charles took him to Nigeria and he went and listened to Pastor Kumuyi. So when he heard, even though he's a veteran here and he's a father, grandfather of faith, but when he heard that Pastor Kumuyi was going to come to his own country, he said no. He said he was received so well in Nigeria.
He said he couldn't, Pastor Kumuyi couldn't come here and him not come to pay homage to him. So he had come to pay his tribute to Pastor Kumuyi. It is a great joy for me to be here today. To see all of you here. And of course, to congratulate your church with your 17th anniversary. Wishing you God's blessing and abundance of grace upon you. But today, I'm overwhelmed because of my because of the opportunity to meet with my dear brother again. 12 years ago, мы были вместе с ним, братом. He invited me to his place in Lagos. Для меня брат стал хорошим примером. He became a model of the kingdom of God to me. Обычно мы не понимали развитие христианства в Африке. You know, since I visited him in Nigeria, my idea of Christianity in Africa was totally changed. Когда у брата была конференция пастырей, присутствовало 9000. There were over 40,000 people, pastors, that he gathered together every year, pastors, to speak to them. И слушая его проповеди, догматические проповеди. He said his teachings and ministrations are so dramatic. Особенно о Духе Святом, о возрождении. He said when the way he speaks with clarity about the new birth, about the being a new creation in the Lord, about the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. Я часто просил у Бога, чтобы Бог приехал к Киев, чтобы брат приехал в Киев, и Бог благословил. And how he espoused the New Testament is overwhelming. In fact, I had in my own personal prayer prayed so many times that will God open a door for this man to put his feet in the land of Ukraine. Брата есть не только проповедь Евангелия, как евангелист, у него есть тематические богословские проповеди. But what is amazing about him, and what really shocked me about the African Christianity is that Pastor Kumuyi does not just have good presentations or good teachings, a teaching ability or good preaching, but he's also a thorough theologian. You know, his doctrines are so sound, it's unbelievable. Вспоминая их богослужение, 14,000 собраний в их церкви. Хочется сказать, что надо нам всем поехать на экскурсию, посмотреть, как наши христиане живут за рубежом. He said, after being present in their church, which I think they have over 400,000 people in their church, I discovered that all of us who are Christians in Europe and in my country here in Ukraine, we all need to take a journey at least once in a lifetime and go and visit how fervent Christians could be in Africa. He said, what is difficult for our people to comprehend, that why should we do this as Christians, that people in Africa without any problem, with ease, are able to apply those things in their lives. Если вы будете в них в собрании, вы не увидите ни одного верующего без Библии, без карандаша, без тетрадки. He said here in Europe, you don't see this often, but back in their church, in Pastor Kumuyi's church, he looked throughout the 40,000 pastors that were present, he did not see a single person without a Bible and his notebook taking note of every message going. He didn't see a single person without a Bible and a note and a notebook taking note of all these things. Мы как делегация маленькая, мы поняли для себя, что это хороший пример для нас, потому что они понимают, верующий без Библии в церковь не может идти. Это идет только неверующий или отступник. He says,
that we realize after visiting Deeper Life Church that now we have to bring the message back to our church, to our countries and our churches here, that you shouldn't come to church ever without your Bible and the notebook, because if you do that, we will know that you are either an unbeliever or a backslider. Когда мы спрашиваем, зачем вы записываете проповеди? He said we were even curious. We were asking them, why do you have to take the note of everything? А нам говорят, что они будут дома с детьми, с внуками прорабатывать на работе то, что сегодня Бог говорил через пастора. He said they said we are going to take the notes to work on them and to read them and review them at home with our children, with our families, and at our workplaces, just like he had preached today. Я, конечно, не знаю, даст ли нам Бог покаяние, что мы без Библии в собрание не пойдем. He said, of course, we have to repent again and again, because even up to now, I'm not sure in all our churches, everybody comes with their Bible. Мы нуждаемся в просвещении. We need enlightenment, like he had preached today. Мы нуждаемся, чтобы Бог навернул нас к Библии. God needs to give us the God needs to return to us not the fear, what do you call it, the love of the Bible, you know, the honor for Bible, or the мы никогда не мыслили, yeah, just to honor and love the Bible. Мы никогда не мыслили о том, что мы будем такой палатке или в дворцах Украины или еще где-то проводить богослужение. Мы этого не понимали. He said, when I was growing up as a pastor in this country, I never dreamt that the time would come where so many people of our people will fill up a hall or auditorium like this. He said that was inconceivable. Мы уже испытываем 20 лет свободная церковь, свободного государства. He said, but for the last 20 years, God has given us the freedom to be able to believe in God and gather together. За эту свободу наши братья 500 лет боролись, чтобы именно была свобода слова в свободном государстве. He said, as a historian and as a theologian, I know that for 500 years, Protestant believers or believers in the true God, who are not the traditional Orthodox believers, but the real believers, who have been fighting to see this day. 500 years of our history, we have been fighting to be able to see this kind of meetings here in this land. Мы живем такое время, когда дьявол в большой ярости, ему нужны кандидаты для преисподней, для власти смерти, и поэтому он сегодня возбуждает войны, мятежи, разделения. Почему он хочет пополнить свое место, где он сам находится? Because we all know why Satan is fighting this move and this movement that is going on in this country, because Satan is not happy. We've waited for this for 500 years. Satan is not happy with what is happening. And so he is ready, he is determined to cause it to be divided. He is determined to cause revolt to come up in the church or for the government to push it down. He is ready to do anything so that the people of this country will not be taken to heaven, but that he will take them to hell as he, you know, he had done before now. Я не хочу вас занимать время, но я хочу просто сказать пожелание. Самое главное, да, вы сказали? Да. Самое главное в том, что если мы будем знать дорогу от умывальника до Библии на молитву, может быть, спасемся. He says the most important thing we should value in our lives is to value more than our daily calls that we do, to value the place of the Bible and the place of prayer more than any other thing in our lives. Then we shall be saved. Мы уже на отходе, наш вопрос заканчивается. А вам, молодому поколению, мы хотели бы, чтобы вы вот это знамя божественной любви понесли спасать людей, грешников, которые не знают Бога. He said, as a grandfather, my own days are over. My times are coming to a finish. And I want to tell you young people to value the word of God, to fight for the word of God, and to give your life for the word of God. Я хочу заканчивать. Мы в 50-е годы молили Бога
о свободе, потому что нельзя было двоим-троим свободно собраться. He said, just for you to have an idea of what I'm talking about, if three people gather together and they suspect that you want to pray to God, you go to jail. Мы молились о молитве Асафа, который говорил, Господи, не предай зверям душу горлицы Твоей, собрание убогих Твоих не остав навсегда. He said, we are praying from the 50s that God, let us see a day like this, when not just two people will be able to gather together or three, but that people could come together to worship you. Почему-то есть побуждение этой молитвы молиться сегодня, в эти времена. So that's why today I'm encouraging you, keep on praying that we will not lose the chance that will be given by God. Желаю вам Божьего благословения. Thank you so much, Pastor, and God bless you. He wants to give you... Владимир Сергеевич вручает свои книги, которые он написал. Книга воспоминания и советники проповеднику и пастору. This is the history. He wants to present you. В этой книге он пишет о пасторе Кумуи. He's written about you here, and your и фотография picture is here is in his biography about the history of the evangelical faith here. He wants to find your photograph there, but you are hit there. How his parents came to God and himself. An unidiot, unidiot. Unidiot, unidiot. He said you will find the photograph there. И эту книгу «Краткая история христианского движения у нас на Украине, в России» Владимир Сергеевич вручает пастору Сандею в честь 70-летия церкви. Да, вам подарок, пастор Сандей. Вам подарок. He said, you might not need this, but this son, Pastor Sunday must read this. This is the history of the evangelical faith in the former Soviet Union. He said, for me to continue my work, I must know this. Okay, thank you. Pastor Sunday, 18 числа Владимиру Сергеевичу Глуховскому было 85 лет. Oh, it's 85. He was, и 60 he was, лет его служения пастором. He was 85 years old yesterday, and I mean last week, and 60 years since he had been a pastor. Владимир Сергеевич привел к Богу очень много людей. He, God used him to bring so many people to Christ. И благодаря его служению очень много церквей на Украине, в России, по всему постсоветскому and so many пространству were open in Ukraine, сегодня Russia, есть. And all over the former Soviet Union. И давайте аплодисменты, давайте Богу аплодисменты. И я вам хочу сказать, что это мой первый пастор. This is my first pastor. Он проповедовал тысячам военных людей. And he preached to the military people. И привел к покаянию генералов, полковников, офицеров, прапорщиков. И продолжает это делать. Слава Богу! Thank God. С праздником вас! Bless you.